Вали Джан, очередной лайфхак от меня. Значит, задача. Задача в кромке выбрать четверть, для того, чтобы туда загнать некую планку. Пол дерева больше. Вот. Как я это делаю? С помощью фрезера. Для того, чтобы фреза она вот так отходит, чтобы она не вышла на лицевую сторону, это обратная сторона. Я использую параллельный упор, который предварительно выставил, он не даст фрезе убежать. Плюс выставил уже глубину, которая на полмиллиметра, миллиметр больше толщины этой планки. Для того, чтобы планка немножко зашла глубже и позволила притягивать столешницу к подполью. Сделал я такие вот две приспособки. На чем основана, собственно говоря, их работа? Это упоры для фрезера, которые устанавливаются на кромку. При этом эти упоры имеют некий отсекатель, некий флажок, по которому я буду выставлять начало фазы. То есть я знаю расстояние от начала реза от фрезы до места упора. Это 74,5 мм. Для 12 фрезы. Вот так вот оно и сделано у меня. То есть это расстояние равно 74,5 мм. Монтируется это таким образом. Выставляем по риске одну сторону. Если у кого-то мощные, быстро зажимные, так будет, конечно, проще, но, откровенно говоря, у меня не такие клипинки, что не хотелось бы рисковать тем, что она в самый интересный момент съедет. И фреза пойдет гулять дальше. Так, все готово. Не забываем о, как говорят, некоторые личные средства защиты. Поехали. Так, вот такого плана движения. Продвигаемся либо отсюда вглубь, либо вот так вот, а потом аккуратно убираем вот эту стеночку. При этом на выходе фреза, конечно, может порвать, желательно как-то накернить ее стамеской или ножовкой немножко подрезать. Но это уже технические мелочи. Покажу итоговый результат.